Париже расследуют причины смертоносного пожара. В ночь на среду возгорание произошло на первом этаже жилого дома в центре города. Огонь быстро распространился на верхние этажи. В результате погибло 8 человек, включая 2 детей. 2 жертв, спасаясь от огня, выпрыгнули из окна и разбились. Еще 4 пострадавших доставили в больницу с ожогами. Этот пожар уже назвали самым страшным для города за последние 10 лет. На данный момент рассматривается версия об умышленном поджоге. Пока ничего не подтверждено, мы должны быть осторожными. В тушении огня было задействовано около 100 пожарных. Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования, а также поблагодарить тех, кто руководил операцией по тушению. В районе, где случился пожар, располагаются в основном здания с социальным жильем. Однако, по словам министра внутренних дел, загорелся дом, который находится в частном владении.